Самые смешные девушки на Новый год. Новый год – самый ожидаемый и веселый праздник года. Нередко во время его празднования случаются самые разные уморительные ситуации и курьезы, которые потом вспоминаются на протяжении всего года. Во время новогодней ночи может произойти все, что угодно. Особенно, когда на столе есть горячительные напитки. Парни и девушки, мужчины и женщины под воздействием алкоголя начинают праздновать Новый год еще более рьяно, зачастую забывая обо всех общественных преградах или даже приличиях. Больше того, даже без алкогольных напитков на столе. Многие хотят отметить этот праздник так, чтобы запомнилось надолго или даже на всю жизнь. Поэтому в эту веселую ночь люди хотят делать или совершать нечто неординарное. Сегодня, когда фотокамеры, будь то фотоаппараты или камеры, встроенные в мобильные телефоны, есть практически в каждом доме, происходящее в Новый год нередко становится доступным куда большему числу людей, чем узкому кругу компаний. Некоторые смешные и уморительные ситуации остаются не просто в памяти людей, но запечатленными на кадрах. Здесь вы можете увидеть подборку юмористических фотографий, которые были сделаны на Новый год, и главными героями которых стали девушки и женщины. Данная подборка поднимет вам настроение и еще сильнее приблизит ощущение наступающего праздника, а некоторые из фото напомнят, что, каким бы ни был веселым и шумным Новый год, все же стоит сохранить хотя бы какие-то нормы поведения, чтобы по прошествии праздников вам не было стыдно. Сын, спасибо! Ты заходи! Если что...